Знание структуры – основа работы. Теперь члены молодежного парламента Октябрьского района точно знают устройство администрации. О ней ребятам рассказали на первом занятии школы парламентариев, которая научит молодых депутатов всем необходимым навыкам и умениям. Они должны уметь работать с документами, с различными, естественно, с нормативно-правовыми актами, с другими направлениями деятельности, которые развиваются у нас сейчас. В администрации уверены, обучение будущим дипломатам пойдет только на пользу. Молодежный парламент – хорошее место для старта политической карьеры. Это наша правая рука, которая участвует вместе с нами во всех наших мероприятиях. Это не просто формальная структура, которая создана для галочки. Ребята действительно готовы к работе, они работают вместе с нами. Глаза горят. Молодежный парламент Октябрьского района работает с мая. За полгода ребята провели благотворительный музыкальный марафон с 3000 участников, День российского флага, праздники в школах и дворах, а также участвовали в параде памяти 7 ноября. Андрей Горгуленко, Станислав Левин. События.